Так, ладно, у нас клип Lil The Neil не умеха. Я не знаю, кто это, но это точно не Даня Кашин. 100%, 100%. Я точно знаю, потому что, ну, Даня о нем не знает. Поэтому это вообще чувак, это, наверное, вообще, ну, ну, мне есть подозрение, что он... Нефор. Угу. А, так это на ту старую песню. Ну как старую? Месячной давности старую. Не, снято прикольно. Переходики мне нравятся. Ты чё куришь? Блин. Все, докурил. Не, очень классные переходы, мне нравится. Я не знаю, Даня сам их делал? Стильно. 14 вынесли маты, там я выронил свой пас. Я заржал, залез удары, дали громко мама с папой. Был ровно месяц, как мне дали этот документ на лапу. Через годик первый возраст, старший подключил цифру. Холостой стал под Макаром. О, пошла водичка. Выстрел верхней мордой на мы курим, будто в пике блайн. Извини, джиты, как на флан. Пошел простой, не на где сзади. Формат карты, я буду на заднем. Брат, молчи, ты стой. Что с тобой не так, мразь? Со мной? Распишись, если не сложно. Хорошо, сказали, что ты хорошо. Да-да, без проблем, без проблем. 20 лет назад вспоминал... Спасибо большое. Что с тобой не так, мразь? Со мной? Макс, поздравь ПЖ девочек 7 класса с 8 марта. Заранее благодарю. КСТА, у так... меня вчера ДР было. С днем рождения. Подожди секунду, тут видишь, я это смотрю клип. Да, я досмотрю, а потом уже буду поздравлять женщин. Я считаю, сначала музыка, потом женщины. Не, очень стильно выглядит. И очень странно то, что после этого видеоролика идет гимн Дахака. Это вдвойне странно. Но мне нравится. Песенку мы слышали еще до, поэтому тут ничего нового не скажу. А с точки зрения визуала, мне очень понравились переходы. Пацанчику, которому, видимо, дали материал, просто сказали, делай от души, братан. Ну и он сделал. Мне понравилось. Так, ладно, где эти ваши женщины?